Кыштовка, как известно, самый отдаленный райцентр Новосибирской области. Иногда кажется, что время в ней, если не остановилось, то существенно замедлилось. Например, эти кадры, в которых «Жигули» заправляются в подобный АЗС, могли быть сняты лет 40 назад. Но нет, так заправляют машины в Кыштовке и по сей день. Но, с другой стороны, такая отдаленность позволяет сохранить самобытность. И сохранить нетронутыми многие интересные места, в поисках которых и отправилась экспедиция. Ее цель – обнаружить следы скита старообрядцев, которые, по преданиям, поселились там где-то в конце 19 века и ушли, когда рядом появилось село Бочкаревка. Это и есть первая точка маршрута. По дороге деревня со смешным, с первого взгляда, названием «Колбаса». Ничего смешного на самом деле нет. Колба-су – черемшанная речка. В переводе с татарского означает это название. Следующее село тоже с татарским названием – Тенгиза. Но основали его поляки или белорусы, которые поселились здесь еще в 19 веке и по своему обычаю поставили статую Христа, которая стоит и до сих пор. Привезли переселенцы с собой, значит, ну, с запада, значит, ну, с запада Белоруссии. То есть там, вероятно, тоже размещалось в одной из таких часовенок. Ну, вот, и они, соответственно, здесь соорудили такую же. Иллюзия отставания времени на 40 лет назад продолжается. Ишь Юпитер, этот мотоцикл был популярен как раз тогда. Но Александр Иванович, житель Бочкаревки, пользуется им и по сей день. Он-то и будет нашим проводником. Участники экспедиции пытаются понять, знают ли жители села что-то о старообрядцах, которые, уходя, прокляли эти земли, так что по сей день там никто не живет. Увы, ответ отрицательный. И там даже заиканий никаких не было, ничего даже. Ну что ж, пора в дорогу. Преграждает речка Чокар, вытекающая из Васюганских болот. Ее темно-коричневая торфяная вода кажется зловещей. Мост в проклятой земле давно проржавел. Его останки валяются на берегу. Выручает лодка, на которой переправляются на тот берег, а потом несут с собой. И вот оно, таинственное место, которое более 100 лет назад было старообрядческим скитом, где жили люди, пытающиеся уйти от мира. Но мир догнал их, и они сами ушли куда-то. Возможно, дальше, в болото Васюганя, на краю которых находятся проклятые ими земли. Наш путь туда, за ними. Увы, он оказался закрытым. Подобие моста, которым пользуются здесь, оказалось недоступным для УАЗика. Пришлось повернуть назад. Может, и к лучшему. Кто знает, какие еще препятствия ждали бы нас на краю этой зеленой бездны, которая тянется отсюда на тысячи километров, превращаясь постепенно в тундру и так до самого Ледовитого океана. Дальше населенных мест нет. Край цивилизации – фронтир. И люди уходят отсюда, как когда-то ушли обитатели скита. Опустевшие деревни, заброшенные, разрушающиеся дома. Найдутся ли силы, которые вернут сюда людей, снимут древние проклятия? В это хочется верить, но верится пока с трудом.